Так, всем привет, на канале Мистер ЭПГ. Сегодня я хотел показать свои пластинные фигурки на тему Five Nights at Freddy's. Вот у меня первая фигурка. Это Фокси. Вот Фокси из второй части. Итак, сейчас я вам покажу еще одну фигурку. Уже будет вторая. Это у меня будет Swing Trap. Или же Golden Freddy. Да, Golden Freddy. Вот, Golden Freddy у меня. Swing Trap. Вот у него там немножко отвалились ноги. Вот. Это у меня Swing Trap. Дальше. У меня дальше идет Toy Freddy. Хотя... Давайте пусть будет... Да, будет Toy Freddy. Нет. Уже просто аккуратненько прилепить этой подставочки. Вот. Все. Держится. Итак, сейчас я еще Фокси вам из первой части покажу. Вот и Фокси из первой части. Он такой маленький. Не знаю почему. Пластилина не хватило. Ну, там очень даже пропорции соблюдал. Итак, вот еще одна моя подделка. Это кошмарная Чика. Это из ФНАФа 4. И да, еще одна фигурка. На это кошмарный Фокси. Сейчас ушко ему прикреплю, просто отвалилось. Вот такой Фокси. Вот. Ну, на данный момент это у меня не все фигурки, потому что у меня есть еще их много. Просто они там разобраны. Вот так. Подождите еще минуточку, сейчас вам покажу их. Итак, вот у меня еще есть Олд Бонни из второй части. Ну вот, это на данный момент как бы все. Есть еще, но еще фигурки, но они уже разобраны, их там долго надо собирать. Ну вот, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!